рен Саратов объявляет о старте новой рубрики «За объективом». Мы предлагаем вам делать новости вместе с нами. Присылайте видео и фото, которые считаете интересным. Это может быть ДТП, прорыв трубы или городские свалки. Так, житель города Александра беспокоен тем, что в реку Гуселка стекают канализационные воды из многоквартирных домов, которые расположены в микрорайоне Цветочный Волжского района. Саратов прислал нам в подтверждение фотографии. На снимках видно, что труба тянется от домов по улице Исаева и выходит прямо в речку. Таким образом, видимо, строители решили сэкономить. Этой ситуацией уже заинтересовались экологи. Подробный материал о загрязнении гуселки канализационными водами смотрите в ближайшем выпуске программы «Новости 24 Саратов». Фото и видео всего, что показалось вам интересным, присылайте на нашу электронную почту newsobaka.nsttv.ru или пишите нам, мы есть во всех известных соцсетях.